Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Car Manufacture. Продолжаем играть. Неизвестно для чего. Все исследовано, все построено. Скуедет, молодец. Все исследовано, все построено. Собственно, делать-то особо-то и нечего. Так. Но машинки все посмотрим. Так, у нас Воронок. У нас... Ты кто? Москвич-кабриолет. У нас Ситроен. Воронок. Москвич-кабриолет, Ситроен, хот-дог, все. Хот-дог, все. Ладно, кого мы запустим вместо хот-дога? Долго он нервы мотал, собака такая. Выбор невелик. Хот-дог — это Ростер Спорт. А, я вот тут пускаю. А, так я уже на следующую пошел. Да, у меня вот это выпускается. И остальные вот эти три. Так, то есть отсюда что-то надо выбрать. Давайте я нагло пикап выберу. С волшебным названием колхозник. Денежки? Денежки есть. Колхозник. Нет, не цвет. Машину. Вот я сколько исследовал нового. Ну, а какое-то время можно и колхозник выпускать. Так, меня, в принципе, наверное, устраивает вот этот списочек, который тут был. Хотя, погодите, у него другой, наверное? Нет. Он же оставляет как есть, да? Я ж прав? Ну да, вот бежевые я вижу детали. Подвинем тут. Как нам шестая станция все не тормозила, а? Если я поставлю 8 деталей. Даже не 8, а 10. Давайте вот две отсюда. А тому. Сюда вот эти возьму. А сюда вот этих. Ну да, тут будут лететь. 6. Пусть тоже 10, кстати. Ладно, давайте так оставим. Оставим, может быть, будет все это работать. Игра. Туда. Да, я знаю, что... На робот, к роботам это не относится, но пусть будет. Мало ли чего. А вдруг? Вдруг до разрабов дойдет, что носильщики должны носить не только с улицы на завод, но и внутри завода со склада. Так, продать неиспользованные. Так, хорошо. Теперь пойдем по роботам. Блин, что-то это? А какого хрена? Когда я успел тут столько поставить? Три робота на входе. Я когда успел? Непонятно. Ладно. Да не заказ, не заказ. Контент продать, да. Вот. Сейчас все нам продаем нахрен? Это три робота. Но это, видимо, потому что у них не хватает емкости. И я уж что-то тут пробовал сделать. Вот это вот не автоматизировано, конечно, это плохо. Что вот ненужное продать, мне приходится вот так в каждого тыкать. Что-то там подкладывают, мы уже закончили производство этой машины. Подкладывают он чего-то. Вот переигрывать тяжело. А с механиками проще, с людьми. Ты просто там вот на складе задал и все. Заказы распихались. Тут вот видите, самостоятельно все. Причем еще не факт, что угадаешь. Возможно, будут затыки где-то, надо будет переигрывать, переставлять. А переставлять на ходу невозможно. Так, еще развлекуха. Так.
Приказ, погнали. Что у нас тут? У нас тут... Так. Блин, все в одну можно запихать. Ну, понятно, что я не буду в одну запихивать. У нас их три. На пять хреновин. Вот остальное тебе два будут делать. Так. Разместить. Ох, меня быстро будут на старте, они прям вылетать будут. Ну, ничего не попишешь. А потом будут тормозиться. Нормально. Не, может какой-нибудь страшный кузов будет потом. Здоровущий. Но, сам не тихо. А, не то. Нормально, нормально. Ну, все, в общем, не грубо. Сейчас посмотрим, может, еще кого перекину. Ну, уже эти довольно долго ребята выпускаются. Вот это, например. Хотя нет, кабрио как раз, он нормально. Воронок, по-моему, старый. Сейчас поглядим. Ну, как бы, все машины должны пройти через конвейер, я считаю. Мы должны все машины поупускать и попробовать, что такое, с чем едят, как оно вообще, на что оно похоже. Вот тут много деталей. Тут прям до хрена было. Ну, тут прям тоже. Но хватило. Не знаю, что такое здоровое. Багажник. Почему багажник такой большой, я не знаю. Почему-то. Оп. И вот. И последний. Тыц, тыц. Все. Запуск. А цвет, 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 цвет. Да, желтый. Нет, желтый был уже какой-то. Блин, какой цвет? Синенький. Вот так. Так, ускоряемся. Тут убираем нахрен. Нам колхозника, пожалуйста. Вот. 100. Запускать пока в продажу не будем, ну вот. Сразу на отправку. Очень хорошо. Хорошо, отлично. Что-то наши исследователи только начали. Итак, что у нас не в тренде? Вот эти две машины. Выпускается Citroen, выпускается Воронок вместо них. А мы будем Победу и М-ку выпускать. А ученые гложут вот это. Можно прыгнуть через уровень, но я не хочу. Так, денег у меня, в принципе, достаточно. Давайте мы все вот это вот сразу вот великолепие, сразу две линии тормознем. Очень раздражает вот этот контроль, что нужно ходить и смотреть самостоятельно. Я думаю, в идеале потом, когда игру доделают, функции контроля на себя вот эту штуку возьмет, она будет сама отправлять. Не, может, конечно, где-то есть настройки, но я их не вижу. Так, грузовички пока, смотрите, нормально размазались. Такой волной проходит. Тоже, кстати, нормально размазано. Залом-то. Плохое. То, почему плохое? Машина шибко сложная? Неизвестно. Они как-то рандомно выходят. Я вот смотрю, я все вот эти ящички наставил, какие положено. Тем не менее, выходит разного качества. Все, первая машина вышла, отлично. Так, колхозник. Вперед. Продаем колхозника. Ну еще, синенький, нормальный. Хороший пикапчик. Ждем окончания воронков и ситроенов.
плохое. По идее, вот с производством, чем дольше производишь, тем они должны быть лучше по качеству, потому что отрабатываются технологии, все становится хорошо. Нет. Рандом. Механиков ноль. Не нужны механики. Так, ну тут, видите, местами затыки, конечно, есть. Как я и говорил, они все равно будут. Это, блин, вот... непредсказуемый процесс. Как-то зависит от подноса деталей. Стоит и отлично. Плохо. А что два сразу-то? Ну ладно. Плохо. Сейчас последние два воронка. И ставим на конвейер новых. А, Ситроенов последние два. Ну что, тут эти хорошо идут. А, ну тут не все ящики стоят. Посмотрю, не все ящики. Сейчас я роботов поменяю, ящики поменяю. Все, ушли. Ситроен не ушел. Сейчас мы их сразу двоих поменяем. На новую. Ну, бабки идут, все нормально. Перехвалил. Так, хорошо. Так, ну тут роботы новые. А, слушайте, все стоит. Все полочки стоят, все нормально. Должно быть качество нормальное. Так, переходим в режим стройки. Я к ядрине фене вот этих ребят продам. Это новый уже. Так, это мелкие стоят. Все нормально. Соответственно. Новые роботы. Так, тут мы бахнем М-ку. А кто еще был? Ну, М-ка была, да. М-ка и победа. Ага, хорошо. Так, ну тут более-менее нормально раскидано, мне кажется. Просто тут панели, багажники, сколько их, неизвестно. Они вроде детали, или их нету. И смотреть может, нужно только по этим. Тогда тут немножко непорядок, конечно. Но опять же, 5 колес, я вот сюда их сдвину, тут будет 9 предметов. Ну так тут 9, какая разница. Я же не могу их так отделить. В общем, я считаю, что меня устраивает. Так, а это у нас М-ка. М-ка, я думаю, должна быть черная. Так, ты там хорош шугаться, упырь. Так, давайте приказ сначала наредактируем. А машина еще тут старая, нахуй. Так. Не использованный нафиг. Так. Вот это вот раздражает. Убираешь приказ. Ну, а надо убирать, потому что там детали оказываются. Но еще можно ставить роботов, разогнать это вообще до жутких скоростей. Вопрос, зачем? Но учитывая, что мне деньги не нужны уже. Я просто, ну вот, уже играю просто ради процесса, потому что деньги уже не нужны. Их уже слишком много. Купить нечего на эти деньги.
Я могу купить еще одну территорию, так зачем мне это делать? Ибо кривая система приноса деталей через вот этих джамшутов бегающих, она мне не позволит сделать большой завод. Вот у меня 100 человек, все, я ничего не могу сделать, они не успевают. Они заняты, у них нет свободных, они все заняты, и они не успевают. На 4 конвейера. Я могу конвейера сделать больше, но это на большее количество мест надо будет раскладывать. Это все равно будет фигня. Сейчас посмотрим, что будет. Может, тут еще робот будет. 8. 5.05. Нормально. Разместить. Тут тогда будет побольше. Но тоже вместилось. Так. А тут я сделал. Проектировать это нет. Емкость 6. Это там. Значит, у тебя тут будет все здесь. Уместится? Уместится. Вот тут у этого будет тяжелая жизнь. Он будет кузов один пластик. Одинокий кузов. Я не могу ему два кузова наметить. Увы. На всю мелочу. Это ни о чем. Единственное, что много операций, да, будет подтормаживать. Но опять же, не жалко. Пусть подтормаживает. Все равно в конечном счете все вылезет из конвейера. Никуда оно не денется. Блин, основной классный. Сейчас сиди и классный. Ай, да. Так, вот эти были, по-моему. Так. Ну, тут вообще рыдания. Эти роботы самые халявные, финишные. У них просто фары и все. Готовчик. Однако, поехали. Так, что у нас тут стоит? Отлично. Плохо. Иди. Так, вместо воронка... М-ка. Пом. Сразу бахнуть 90. Да на 100 бахнуть, что нет-то. Так, колхозник продается. Ситроен. Вместо Ситроена у нас победа. Победа, 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 победа. Вот. Ну, отлично. Сидим, пока не дергаемся, они не выключены у нас. Достойное. Плохое. Так, ну там едет. Прекрасно, а мы пока давайте тут зарядим. Победа. Победа. Да, будет сброшен. Сброшен нахрен это производство. Так. Победа, ну, мне казалось, она серая чаще всего. Серая еще такая бирюзовая была. Хотя вот этот синий цвет, конечно, красивый. Так. Продать неиспользованные. И по обеду сейчас зарядим. А там, может быть, посмотреть, что еще. Может, вот эти два конвейера перезаряжу. Понятно, что я в основном занимаюсь вот тем, что переставляю, да, на конвейерах вот новые машины, потому что мне там в запасах нахреначили столько, что разгребать замучаешься. Что поделать? Ну, такова игра, да. Так. Опять-таки все выкину. Но как вот централизованно вот из всех роботов выкинуть все детали ненужные?
Никак. Старый приказ отменить. Ну, я просто не хочу его редактировать. Я хочу его просто заменить на новый. Чтобы я видел, что вот пустые роботы, у них ничего в корытах нету. Да не надо мне приказ. Продай все. Кстати, роботы. Тут старые еще есть роботы. Старых надо нахрен. Я не считаю, что они более медленные, потому что это нигде не написано. Но я считаю, что их надо нахрен. Опять же, ускорять производство, да, можно. Вылезать, ускорить. Нафига. Ну, как бы вот, вот нафига. Так, надо этих продавать уже. То есть вот это вот вытряхнуть, а тот продать нафиг. С деталями вместе, да. И поставить новых. Я же просто от нифига делать, скорее всего, новую территорию куплю. Потому что, а чё бы нет? Как там, кстати? Ну, в принципе, нормально. А вот тут что-то затык организовался. Хрен угадаешь, что называется. Приказ, погнали. Опа. Так, вот тут шасси-то да, шасси-то суровые. Перебор. Ага. Давайте вот этих два, а вот этих одну. О, нормально. Так, я что, не подтвердил? А, не подтвердил. Два. Вот. А теперь подтвердил. Загружайте. Опа. А это что так? Странно. А, понял. 11. А, ни хрена вот так. Но вот этих две-то я в любом случае не смогу. Остальная мелочевка прям. Прям мелочевка. Ну да, тут два не светит. Один будет. Так. А это что-то не пустой. И в него же натаскали. Погодите, это странно. Давайте я его удалю. И снова заряжу. Странно. Тут уже было. Так, ладно. Увидим. Со временем увидим. Если что-то там не так, оно встанет и не будет работать. И мы все это увидим. Так, блин, сколько вас. А вот так сделаю из 10, допустим, площадок. А зверей же, там с 20 можно. Да, каждая по 2 детали. Вы представляете скорость этого конвейера? Я куда столько машин-то дену? Стоп, я же только что сдавал. Или я вот тут сдавал. Наверное, тут. А тут? Тут не сдавал. Проскочил. Кстати, что-то много у них на конечной стадии накопилось. Но можно и так. Ладно, не страшно. Так, конвейер. Пошел. Так, что накопили? Ух ты ж, сколько тут. А, конечно, кстати, пристойно у всех. Ну, не у всех, ладно, большинство. Плохое. А, сглазил.
Вот тут что за жопа. Но это вообще не объясняется никак. Подобные действия. Почему все встало? Потому что никто вот сюда ничего не принес. А приказ есть. Но кузов не несут. Вот так вот. Смотрите, никто не несет кузов, а машины стоят. Как думаете, когда-нибудь сюда принесут? Не знаю. Они сюда принесли. Смотрите, конвейер встал просто так. Без причины. Конвейер стоит без причины. Давайте еще раз. Нет, сюда не носит. То есть сколько-то машин выпустилось, и все. И конвейер, все, приехал. Ну чё? Нет. 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 Не работает. Не работает. Никак. Ну я могу предположить, что есть вариант нанять механика вот сюда. И пусть механик принесет. А роботы исключить из этого дела. Просто смотрите, они не хотят заполнять. Ну, баги. Че с них возьмешь, баги? Я, кстати, затрудняюсь сказать, откуда должен прийти человек, который сюда вот груз вывалит. Так, а что тут у нас уже приехали? Уже машинки-то первые. Нет еще. О! Победа первая. Не в качестве, правда. Нет, не первые уже. Блин, а чего вы все плохие-то? Охренели? Так, М-ки в продажу. Победа в продажу. Че сидим? Продавайте нахрен. Копят они. Ну, я, видимо, не дождусь этого робота. Хорошо. А мы уволим одного грузчика. Выберем самого мерзкого вот этого. И наймем механика, только это будет возможно. И будет у меня переходящий механик, который буду засылать вот такие затыки. Возможно, сюда не лезет, потому что оно 6, и там 6, как бы это крайнее значение, и не лезет. Может быть так. Как бы мне не пришлось увольнять 6 сотрудников. Пока нет. Но там 106, он еще не уволился. Видите, все заняты. Абсолютно все. Все, уволился. 105. Да, могу? Не, не могу, пятерых надо. Ок, 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 ок. Сейчас выгоним. Не проблема. Единичек нету? Единичек нету. Да, двойки давай. А нет, тут единички. Раз, два, три. Три, я сказал. Четыре. Пять. Я бы даже думаю, шесть надо. Отдыхает. Тут отдыхался-то. Сейчас уволится. Конечно, нужен один механик. А грузчиков не хватает уже. Ведь они 4 конвейера не тянут. Поэтому образуются пробки, потому что они не принесли.
И свободных нет, все заняты. Так, так, нормально. Ну чё, уволились, отлично. Механики. Но, давай такого хорошего, наверное, механика. Наймись. Так, ты. Да не ты, ты. Сброс. Сейчас посмотрим. Спасет ли ситуацию механик. По-моему, это механик идет. Ну а фиг ли? Да. Отдыхает. Конечно, после такого подвига только отдыхать. Победа же. Победа. Так, наш друг пишет, читай, что-то исследовал. Блин, вот это жук. Я понимаю, что у меня был старый какой-то жук, но это точно жук Volkswagen. Жук. Пум. Ну что, давайте-то поиграем вот со случайными ребятами. Что-то случайно нам раскроют. Вот так. А тут давайте переходить на следующий тир. Останавливаем. Колхозник пока не останавливаем. Иди нафиг, колхозник. Остановим кабрио. Кабрио остановился. У нас будет ЗИС кабрио. Да что ж так хреново-то все? Ну все потребные ящички стоят. Я ничего не могу сделать. Ящички стоят. Механик не сильно помогает, смотрите. Механик где-то там в жопе мира ходит. Так что с эмками будем считать, что не очень зашло. Да, что-то какая-то с ними проблема. Невыявленная. Я кого тормознул? Москвич кабрио. Да. А почему там тогда еще одна лежит? А вы собирать будете? Погодите, тут вообще вакханалия. Планируется. Все, короче. Все, очистили, продали. Так, ЗИС кабрио. Пом. В цвете он у нас будет оранжевый. Так. Регулярно продаем все ненужное. Заказываем новые заказы. Вот поди придумай, как назвать эту серию. Ну, вроде ничего такого не происходит прям. Но там механик носит, конечно. Он, конечно, носит. Толк с него. Ну, что еще хреново это все носит?
Да продай ты. О, уже не используется. Забавно. В прошлый раз не продал. Возможно. Так, этих я продам, роботов. Поставлю, опять-таки, новые. Да? Да. Так, погнали. Не, ну вот такая стоит, такая. Видите? Все три представлены. Все есть. В чем проблема с качеством? Я не пойму. Нос. Но, блин, он долго носит. Так, что у нас тут? Не хватает, да? Вот эти две. Вот так будет. Три не надо. Два надо. И еще одно останется мне машину заменить на конвейере, и, в принципе, эпоха пройдена. Так, это вот этот. А вот этот? Вот это есть. А че мы так светим? А чехол для кузова, потому что... Ну и прям вот... Ну ничего особо не добавим. Он так и будет. Никуда не денешься. Тут прям такая ёмкая часть машины. Очень много логистики остается за кадром, такое ощущение. Разрабы ее в игру не сделали. Что-то прям большого куска не хватает. Восемь колес, блин. Ай, куда деваться. Так, а ты одну только ставишь. А дверь почему... А. Клац, клац. Что-то где-то сообщение пришло, видимо. Тыц, тыц, тыц. Ура! Запуск. Погнали, да. Так. Достойно. Ох ты, колхозников сколько. Эй, колхозников продавайте, да? Отличная. Достойная. Отличная. Так. А кого я тут заменил-то? Кабриолетовый москвич заменил. Угу. Делаем мы из кабрио. Выпускать пока не будем. Немножко затык у колхозников. Ну ладно. Это там так и носит, блин. Он М-ку носит, да?
150 км в час уже такие прям гоняют. Ну что, давайте тогда вот целиком в десятую эпоху перейдем. Потому что, ну, у колхозников затык на конвейере, у Победы странная беда, М-ка кузов руками носить приходится. Ну, с нее и начнем. Короче, ну, не заладилось что-то у них. Так, мне точно ничего покупать не надо. Парковка в разработке. Центр исследовательских данных. Пока разгонять не буду, мне так все быстро очень. Шанс исследования более низкий, 20%. Ладно. Вот я это не хочу увеличивать. Хотя... исследовательский фрезерный станок. Почему нет? Где еще не купил что-то? Видите, все купил. Ой, какой! Фига себе! Вот это да, вот у него вид, конечно. Ха, чума! А бирюзовый он так не смотрелся. Без ощущения, что ему фары забыли прикрутить. Ладно, они, скорее всего, под лючками просто спрятаны. Не, ну Победа, в принципе, идет, конечно. Давайте эту эмку несчастную нахрен выпихивайте. Тут теперь сюда пробка сместилась. Но не успевают они приносить. Они суетятся, видите? Но это тупо, вот этот вот муравейник, вот это тупо. Так не должно быть. Должны промежуточные станции складирования. Отсюда сюда, допустим, должны погрузчики уже ездить какие-то. А эти должны уже по точкам растаскивать. Или должны механики по точкам растаскивать. Потому что иначе фигня получается. Ладно, давайте тормозить этих ребят, чтобы потом не ждать. Тыц. И вот этот тыц. Все. Ну так норм. О, плохой. Первый был с плохим качеством. Давай уже ямку прокатывай тут. А что вместо ямки буду? Клёпу. Пинки. Ну, у меня три пинки, Фантом Нео и Клёпа. Ну, расходится, в принципе, нормально. Колхозники сейчас подзависли, но поскольку производство сейчас прекращается, то и пофиг. Так, последняя МК в недостойном качестве. Ты куда? А. Так, все, заряжаем новую машину сюда. Пинки. Да, сброшено. А да, производство будет сброшено, чем? Так, ладно. 8 деталей. 5 деталей. 4 детали. 5 деталей. До хрена деталей. Но вот эти детали, они есть или их нету? Или они просто упоминаются? Тайна. Просто тайна. Тут тоже двигатель из кучи частей состоит. Тоже не фонтан. Давайте вот так поделим. Так, цвет. Ну, пинки он пинки. Пинки. А вот здесь без цвета функция. Нет, без цвета функция. Пинки это пинки. Так, давай. Продавание использованные. Забацаем приказы.
Разрабы, блин, сделайте, чтобы нормально все носилось со склада, с этого. Там уже будет здоровый конвейер сделать из 20 позиций, где там роботы будут по одной детальке ставить. Это вообще будет офигенно. Предлагаемые приказы. Так. Так, что-то надо удалять. Да не, все новые. Можешь, правда, через редактирование. Ну, блин, смысл через редактирование. Синий кузова, видите, это все. Так, приказ. Эй, иди отсюда. Приказ сброшен, да. Почему приказ не сбрасывается, когда я с линии приказ сбрасываю? Меньше клацания было бы. А вот не сбросился. Не, можно редактировать приказ, да. Я в прошлые разы редактировал, но мне что-то не понравилось. Как-то оно не так все это работает, как хотелось бы. Поэтому лучше сбрасывать. Погнали. Так. Ну тут мелочевка. Видимо, эта машина не обладает каким-то кузовом, либо кузов ставится не на этой станции. Нормально. Мелочевка, опять же. Как ни странно. А где крупная деталь, из которой клуб стоит? Или она такая мелкотравчатая? Хотя, это, блин, этот Пинки, он же мелкий. Вот, большая деталь, и она будет, увы, одна. Нормально. Но могут быть опять проблемы с кузовом, опять, возможно, придется привлекать механиков. Одного механика. Вот двукратный заказ деталей все равно простаивает, потому что не успевают тащить. И если что, может быть, заказ двукратный, но принести его тоже надо два раза. Вот это может быть. Тут вообще фигня какая-то. А, ну тут колеса, ну да. Оп. Пошел. Пинки. Вперед. Рам поставили. Так. Две линии пустые напрочь. Это вместо ямки. Пинки. Камон. Кстати, не дешевые тоже машинки, я так смотрю. Не дешевые. Так, что, победу еще тормознул, да? Да. Победу. Вместо победы у нас будет клёпа. Колхозник еще выпускается. Уже нет. А что вместо колхозника я запланировал? А, да, клёпа вместо колхозника. Фантом Нео. Еще у нас. Так, все колхозники проданы. Значит, что? Значит, Фантом Нео. Ну, пока ЗИС Кабрио выпускаем в количестве. И там он на подходе, Пинки. Так. Фантом Нео. Да, сбросить. К ядрине Фени все сбросить. Неиспользованные продать. Тоже такой раздел по станциям, да? Вообще надо было, ну ладно. Попускают так. Надо было по деталькам посмотреть, что куда-то станцию.
Ладно, не страшно. Во, где-то тут прям жопа. Так, ладно, давайте посмотрим. Тут просто вот тут жопинамбур тут у некоторых. Тут 7, тут 5, тут пипец. Вот так. Там 5, да? Но это тут 5. 5, 5, 5, 5, 5. 7. Но я тут не могу больше сделать. Меньше. Их 4 колеса прям сразу. Вот так, наверное, да. Так, что тебя перетыкнуть? Перетыкнули. Так. Вот, все нормально. Теперь роботы. У меня тут 3 робота, кстати, старые есть. Да, парочка есть. Давайте их зафигачим сразу. Чтобы не морочиться. Сорик не ушел. А кого вместе я удалил? Кого-то же я удалил. Понятно, ну ладно. Ну тут тумба вот тут стоит. Короче, непонятно, ну да ладно. Тут, я так понимаю, у меня не влезал кузов какой-то. И я вот сделал. С кузовами бывает. Я могу сейчас просто кучу роботов, конечно, на всех постах поставить, но, блин, смысл в них носить никто не может. Если бы в них носили, их не носят. Из-за этого все простые. Вот сто пудов потом сделают какие-то погрузчики или машины будут с грузом деталей прям сюда как-то заезжать, или склады начнут работать, что вот часть грузчиков носит до склада, часть грузчиков после склада. Ну вот с такой логистикой жить нельзя. Это бред. Нахер родненькие. Оп. Стоп, ты что там делаешь, Ирод? Иди оттуда. Нормально. Так, погнали, приказы. А, ну так, ха, не так туда. М-м-м. 4,70. Нормуль. Ну, давайте оставим так. Ну давай уж так, ладно. Погоди, 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 погоди. Да блин, человек куда-то подлез, Ирод. Че, я не нажал подтвердить? Похоже, не нажал. Так, вот так. Ну раз вас тут трое. Работайте втроем. О, вот тут надо бы трое, да? Вот тут не факт, что опять-таки будет работать все вот это вот. То есть могут опять кузов не принести. Так, мне там опять создали что-то, но это сейчас будем смотреть. Из какой они эпохи создали? Мне сначала надо наладить производство, потом уже смотреть, что там новенького.
Опять много колес. Но заказ по установке колес, ну, как-то не бьется на двух роботов. Вообще никак. Так, пошел. Фантом. А ты белый. Че у нас тут? Ой, елки. Ой, ты ж елки. А еще качество-то у вас. Я так понимаю. Свинок-то, я думаю, еще не продают, да? Ой, качество недостойное. Нормально. Так, свинки в продажу. 143 тысячи. Так, ну с свинками тоже какие-то затыки непонятные. Ну, да и хрен с ними. Опять, короче, что-то не принесли. А я вот не знаю, может, туда механик ходил, носил? Смотрите, на этой линии чего-то нету. Крылья есть. Крылья есть. А, ну кузов принесли. Я, правда, не помню, как его поставили. Эй, а кто ставит кузов? Я не понял. Кузов. Один. Это вот к этому. Кузова нет. Не принесли кузов. Вот и все. Вот весь затык. Видите, не несут кузов роботу. Вот, принесли кузов. Поехала дальше. Вся проблема в отсутствии кузова. Так. На складе. О, первый фантом пришел. Отлично. Выпустите. Блин, у меня же глаза разбегаются. Вот этого всего. Тут кто у нас? Оба-на! Аж 13-й. Фура будет. Вот это такое не ожидал. Знаешь, откуда. Ученые, вы там не охренели малость? Вы мне еще звездолет изобретите. Давай неизвестный владык. Потому что если я апну следующий, там вообще какую-то крокозябру страшную они выпустили. Просто если я сейчас сдвину на 12-й, у меня немножко тут это... Вот эти сложнее будет. Вот знаете, 5%, а вот знаете, 35%. Вот нужно вот эти два открыть, а потом уже туда дальше сдвигаться. Так. Клёпа. Клёпа, клёпа, клёпа. 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 Сюда. Да, хочу. Клёпа у нас ярко-красная будет. Так, ну что, давайте попытаемся выровнять. И сразу смотрим, понимаем, что этого не получится выровнять. 7, 6, 6, 6, 7. Ну давайте так. Ух, приказов сколько. Вот это вот просто формалистика, чем я сейчас занимаюсь. Даже если бы оно работало, оно, на роботах оно не работает. Роботы со склада не снабжаются. Они снабжаются сразу от ворот. Это как должно быть автоматически. Когда я вот раскидываю по станциям, да? Оно должно автоматом тут задаваться, чтобы я вот этой рутиной не занимался. Я могу отредактировать, то есть это меню должно быть. Но оно должно быть именно вот в автомате раскидали, а потом я отредактировал, может быть, если захотел. Так, роботы все новые. Хорошо. То есть, знаешь, ну, бредятина получается. Я каждый заход вот по всему поэтому лазью. Ху, черт, я по всему этому лазью. Почему-то оно не очистилось само.
оно должно само очиститься. Ну, как бы, тут мое участие не требуется. Это приказы и детали от старой машины, которая тут выпускаться не будет, что тут выпускается новая машина. Я уже не должен это все вручную удалять. А даже если я не буду, вот так сейчас как не отменять приказ, если я буду приказ даже редактировать, ненужные детали все равно лежат в закромах. Их все равно надо будет как-то выгнать оттуда. Потому что сами они оттуда не уйдут. Много лишних телодвижений, много. Оптимизация хромает. Вот. И сейчас я пойду по новой все это закладывать туда. Какая-то часть должна автоматом происходить. Путь плохо, но я потом руками могу поправить это плохо. Так, что у нас тут? Тут у нас... Вообще он... Родстер. Родстеры, они компактненькие такие. Я там, по-моему, вот 100% не поставил. Сейчас глянем. Поставил. Отлично. Где-то я сейчас в кузов, наверное, его опять вляпаюсь. Здоровый, который не влазит. Тут тоже такие весомые штучки. Почти полный набил. Вот тут сильно кузовом пахнет. Так, тут вроде не очень крупно. Ну, 4.30 нормально. Так, тут есть? Тут есть. Не, нет крупных кузовов там вот этого всего. А двери, да. И колеса. Вот так я сделаю. А вот это колеса. Мне уж пофиг на какой стороне стоять, правильно? Пока тут вешает дверь, это повесит колеса. Ты чего так много нажал? Раз не могу колеса по нескольким роботам раскидать. Ну, я тебе одному закину. Ну, вот только колеса и больше ничего. Так, все. Клёп пошел. Пыщ. Так, ну все нормально. Разные непонятные затыки случаются, но деваться некуда. Не покупай его, не покупай! Поздно. Ну вот и все. Все запущено. Закидывают роботов. Вот видите, опять затык. Вот кузов они не хотят нести. Затык чисто из-за кузова. Смотрите, его не приносят. Да что, что я ему задал вот 100% резервирование, но я не могу в него два кузова запихать, он 4,7. Но 100% резервирование не помогает. Я могу, конечно, сюда запихать. Другие два. Вот так. А вот тут отсюда убрать другие два. Не убрал, да? Ну ладно. Вот эти вот убрать, да? Пусть вот это все делает. Вот так. А тут только кузов будет. Может, вот так поможет. Очень в этом не уверен, но... Продача не использована. Не использована, продай нахрен. Но они же неиспользуемые.
Что принесли? Кузов. Опять вот этот кузов, 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 опять кузов. Ничего другого, только кузов. Так, ладно. Ой, там клепки клепают. Хе-хе, клепа. Выпустить. Я купил территорию. Зачем? А, просто так. Потому что мне не жалко. Ну, нормально. Процесс идет. Потом будем постепенно вот на эти переходить и смотреть, что вот отсюда откроется. Машин тут еще... хренилион. Ну, еще столько же. Но фура меня вот порадовала. Неожиданно, что тут фургоны есть. Я просто не ожидал. Ну, просто с уровнем надо как-то тут более грамотно обходиться, потому что... Вот тут был скачок по уровням, да? Я открывал сначала впереди, а потом тут. И мне приходится сейчас вот их быстро-быстро-быстро менять. Одну, другую, третью. Это неправильно. И некуда девать деньги. Тоже что-то надо делать. Вообще полный рандомайзер. От линии вообще не зависит. Ну, если бы одна линия выпускала чаще плохие машины, я бы понял. Но никак не связано вообще. Ну тут да, тут все из этого чертового кузова, который я не могу сделать резервирование в 2, потому что в него не помещается. Может, надо поставить рядом второго робота, который тоже кузов, но я двух, наверное, не могу назначить, потому что вот тут вот это вот. Видите? Что он назначен еще кому-то. И конфликтовать, наверное, будут. Может, не будут. Но резерв я ему создать не могу. Поэтому как только вот он ставит... Видимо, отправляется приказ на закупку. Оно идет. Это долго. Хотя там резерв 100%. Но резерв на склад не поступает. Кстати, склад что-то у нас забит. Вам не кажется? Мне что-то кажется. Ну, давайте-ка. Нет, не туда. Дайте ширину. Вот так. Это же самая большая полка, правда? А хрен ее знает, да? Дай посмотрим. Не. Вот, 250. Уё. Блин, ну ладно. Я просто не попадаю по размеру. Вот, давайте. Может, так с резервированием пойдет. Может, просто все занято. А теперь место будет. Вряд ли, конечно. Ладно, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.